33 года строгого режима на двоих и 1 000 000 рублей моральной компенсации. Суд присяжных в Белгороде рассмотрел дело двух таджиков, которые 4 года назад в Старом Осколе забили свою соотечественницу на глазах ее 3-летней дочери. Напомним, ночью 28 декабря 2016 года 5 человек в масках совершили налет на частный дом на улице Привокзальной. Требуя деньги и ценности, нападавшие связали и избили хозяина и его племянницу. 36-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Убийцы скрывались от правосудия почти 3 года. Мать одного из них, узнав о произошедшем, стала ежемесячно перечислять по 5 000 рублей на содержание девочки, оставшейся сиротой. Ее воспитывает сейчас сестра погибшей. Присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. За убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем, с особой жестокостью, суд приговорил обвиняемых к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда сестре погибшей в размере 1 000 000 рублей. Осужденные намерены оспорить приговор. Они уже обратились в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.